Как отвечать на неудобные вопросы? Когда за вторым пойдете? А замуж когда? Ты что, до сих пор работу не нашел? Если вы чувствуете, что человек бестактен и не можете ему об этом сказать, попробуйте сделать крутой ход. Начинайте говорить о том, в чем вы чувствуете себя абсолютно уверенно. Берите тему, на которую вам человек задал вопрос, и переходите во что-то иное, и размышляйте уже об этом. А когда за вторым пойдете? Ой, знаешь, вопрос, конечно, интересный. Вот мы, когда с первым ходили рожать, у нас такой смешной случай был. И вы долго рассказываете о том, что было с вами на самом деле, и о чем рассказать совсем не стрёмно. И потом мягко сходите с тем, как будто бы вы ответили на вопрос. Никакого прямого ответа вы не дали, но при этом человек получил удовлетворенность от того, что он с вами пообщался. Так делают часто политики. Обратите внимание, когда им задают какой-то неудобный вопрос, они его берут, немножечко пережевывают и начинают отвечать на что-то совсем другое. Классный способ. Попробуйте сейчас потренироваться. Задайте какой-то каверзный вопрос в комментариях, а следующий человек после вас попробует ловко на него ответить.